Всем здравствуйте. По поводу заставки скажите убрать, нет, эту бомбическую, космическую. А я снова в мастерской. Пропустил несколько дней, прогулял прямо откровенно. Но легко было бы прогулять, если бы я просто бы прогулял. Но когда меня ждут люди, вот нужно оправу новую изготовить. Вот нужно клинки доделать. Тут еще с ними работа так, в принципе, приличная. И плюс тоже в оправу собрать. Люди ждут, а на душе скребет по этому поводу. Поэтому вот вроде маленько полегче стало. Решил по-легкому начать двигаться. Да и не устал я уже со спиной с этой. Ладно. Надеюсь, сегодня что-нибудь покажу. Пока все. Начал пока по-легкому. Пока обдумываю, что делать с клинками. Одновременно вот так вот нарисовал оправы. Вижу их такими. Было бы желание, чтобы они были узкие и строгие. Мне кажется, у меня получится. Плюс ромбообразные. Как предыдущие, там вот 5 восьмых бритовки были. Сейчас вырежу, сделаю шаблон. И уже приступлю напрямую к работе с клинками уже. Чтобы шаблон уже просто лежал. Вот и все. Клиночки в полной готовности для сборки в оправы. Так говорю, я сейчас с каким-то сомнением смотрю на них, думаю, может что-то забыл, может не забыл. Вроде нет, все в порядке. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Это вот оправа. То есть как бы вот так. Полирнул. Сейчас руками тронешь, как говорится, тут все сразу же. Вся полировка будет в отпечатках пальцев. Но полировка, конечно, не максимально идеальная. Вы видите, там, наверное, все-таки такие микроцапки есть, микроцарапки. Они настолько, конечно, микро, вот так вот. Плюс вот еще. И протирка особо больше не даст блеска, конечно, но... Тут уже надо выбирать. Тут или идеальное зеркало, но подогретая, то есть сталь, которая потеряет твердости немного. Либо вот так. Вот. Вот тут я, конечно, поторопился с насечкой. Как-то она грубовато вышла. И сделал клинообразный, да, вот этот обушок. Вот так вот. Тут же у нас насечка классика. Блин, уже царапается. Уже остро почти. Вот так вот все это выглядит. Ладно, уже залапал конкретно. Сейчас руки как бы. Это у нас нейтраль, как бы клинок для сайта. Чем у меня различаются? Это ШХ-15. Вот там буква К стоит. У меня на этой букве К зубило вдоль раскололось, которое я вам показывал, которым я клеймишко это делаю. В общем, да. Еще по-сырому, причем по-мягкому. Вот. Сталь, какая там на... раньше делали, не помню. 8 или 10 на напильниках. В общем, сталюга не выдержала такого легкого щелчка даже, чтобы проклеймить. Дальше, из заказных. Широким эрлом, она чуть шире, чуть уже эрл. Вот которая чуть шире, это ШХ-15. Вот этот ШХ-15. Хорошо бушком задел, а то бы сейчас. Хотя ты сталюги нифига с ней будет. Как хочешь ее задевай. Елку. Да, наверное, пшеница. Не знаю, как елка. Вот так вот у меня. Обушки все закруглены, там все такие зеркальные, гладкие. Насечка стандартная. Вот как-то так.
И еще один заказной. Точно такой же, но U10. Кстати, все пакетно кованые. Включая вот этот ШХ-15 и U10. Все пакетно кованые. Железки сверх плотности, сверх жесткости. То есть имеют сверх характеристики. Вот. То есть даже летающая тарелка, прилетевшая на нашу землю, удивилась бы столь завышенным техническим характеристикам. Ну ладно. В общем так, время у меня немного еще, правда, остается. Я попробую сейчас заготовить просто заготовки для бритв вот из акрила. То есть они, в принципе, вот эти две у меня под заказ идут из акрила, оправы. Эту оправу, наверное, тоже из акрила. Еще подумаю, конечно, даже не знаю. И одну вот нужно заменить акрил. Все. Вроде бы все. Да, я еще не сказал еще в прошлых видео, что это 85% клин. Забыл. Я сейчас по кругу померю. Хотя нет, ну-ка, сейчас вставайте сразу. Да, все верно. Это 75% клин. Не 85. 75%. То есть это клин-клинный, такой прям вот как вот выпускали там 18-19 века. Только с более четкими, правильными гранями, формами и космическими характеристиками в сравнении с бритвами тех веков. Ну, вот как бы так. Подводочка тонкая, нормальная. Точить, конечно, я тут с ними наточусь в досыта. Но меня уже радует, что мне две бритвы, которые в заказ, они только на тысячники пройдусь, и все, дальше не надо будет. Это уже облегчит мне работу. Хотя, с другой стороны, если вот я не был там крепко завален заботами, я бы с удовольствием, конечно, их заточил до конца, потому что сама заточка — это то еще занятие, я вам скажу, душевное такое. Я понимаю, почему мне нужно только до тысячного довести, и дальше заказчик будет сам это все дотачивать, то есть выводить эту заточку, потому что это такое душевное занятие. Прям, ладно. Вот и все. День закончен. Вроде бы вытерпел так все. Все сделал. В общем, клиночки я уже показывал в готовом состоянии. Дожидаются, когда их в оправу соберу. Оправу к бюджетному клинку уже заготовил. Осталось только тоже подгонка, сборка, там как и тут, в общем-то. И вот такие вот оправы вышли. Ну, не сейчас, их просто протереть надо еще. Такие вот ромбообразные. Я их все сделал ромбообразные. Кстати, как и эту. Вот такие вот миниатюрные, игрушечные, как бы я так сказал. Не знаю. Как же это показать, чтобы это было примерно понятно. Вот так как-то это будет. Все. Больше сказать нечего по этому поводу. По другому поводу, что я скажу? По поводу шкатулок, почему я остановился. Вот, в этом заготовки там еще лежат. Просто мне даже вот эти вот заказные просто бритвы даже сделать не получалось. А уже шкатулки, это уже у меня вообще теперь не знаю в каком будущем. Мне главное, чтобы на ноги встать, а там уже, как говорится, понеслось. А так, так, в принципе, все. Да, больше ничего не скажу. Надеюсь, вся вот эта моя канитель была кому-то интересна. Вот. То есть, покажу уже в готовом состоянии, что у меня в итоге выйдет. То есть, две бритвки будут на заказ, уходят. И одна бритвка остается
для сайта. Ну и это, естественно, уйдет обратно, то есть ее хозяину. Вот так. Все. Всего доброго. Здоровья всем. И хорошего настроения. Пока.